ja sam Tijana Božković iz Srbije i jako sam sretna što igram na svjetskom. Привет, меня зовут Наташа, я очень рада здесь находиться на Кубке мира. От этого блока убегать, это скидка. Удалось набрать очко. И атака очень приличная. Вчерашечка. Мачаева, или Кошкова, Мачаева, да. Первый еще раз об этом говорим. Ну и вообще сезон для Натальи протокол. Далеко не самый результативный, но мячи были важнейшие. Хорошо достается. Это не особо, ей сегодня везет с передачами. Ну вот, теперь все хорошо, и высота нужная, и по темпу все. Пожалуй, мы все время вели до 13, поступаем. Хорошо, что пока одно очко. Сюда игровку провести. Хорошо сейчас выходят, помешали друг другу. Видел, что он ждет не дождется, когда Наталья станет настоящим лидером сборной России. Но вот этим летом, по-моему, это произошло. Два-два. Да, вот еще, пожалуй, кого стоит отметить, это, конечно же, Тиана Бошкович. Она появилась впервые. Отлично, отлично. Сейчас разорвали блок и отмечаю хорошую работу. Подача, Малова, Все, Малешевич, и атака из шестой зоны, Тиана Бошкович. Ну, сейчас все идеально. И, но есть попытка. Забивает Бернат. Забивать надо Наташа Обмачаева, она это делает. Вроде бы... Пару очень важных очков для своей команды набрала в последние минуты. И опять на нее, и она опять забивает. Вот как только... Кошелева не проходит блок. Кошелева Любушкина, это он же тоже все время напоминает Маричек о том, что вот эти вот мячи, которые доводятся из... Наши тренеры поверили. Здорово отработали. Сейчас можно сказать, что
Касьяненко была на чеку. Сбивают россиянки, всем этим пользуются. Сделал для того, чтобы наш блок чуть раньше среагировал. Мяч в поле. Да, Наталья Мачаева забивает. Ну и не самая удачная задумка Огненовича это была. Наша тренировка. Мачаева из второй зоны. Ну почему же неудобно? Запомнил. 15 очков. Общей сложности команде защитник Чернова. Бронхиц принесла. Но традиционно лучше оказалось сербская команда. Диана Костина, 23 балла. Защитили сербы. Она Николай Степанович. Степанович очень. Замена прошла. Сейчас Огненович подавал. Отлично. Отлично. Вовремя сейчас. Площадки, да, забыла, да, российский, да, я это очень хорошо понял.